Следующий дуэт отделяло от лидеров нашего проекта всего 3 балла. Много это или мало? Есть у них шансы или нет? И кто остановит пару Агутин Добронравов? Ответы на эти вопросы мы получим только после их выступления. Николай Расторгуев, Екатерина Гусева. Многие не могут понять, что такое головка забубенная. Но сейчас-то мы прольем свет. Ну что ж, они ушли. То ли от счастья, то ли от стыда. Да, поговорить нам не с кем. Сергей Сергеевич, давайте наши любимые, а? Вот эту на 3 аккордах. Сбацаем, как вы любите, а? Я смотрел за лицами вашими, да. Господа члены комитетного жюри. Виктор, нет? А я и хотел сказать, что единственный Виктор Дробыш. Я только что приехал из Германии. Поэтому вы еще да, пока там. Нет, послушайте, и жена моего друга помогала ребенку сделать уроки. Есть такой урок «Секса-кунден», ну, то есть культура секса, оказывается. Это вообще надо перенять. То есть у нас головка забубенная, забубенная. А я там секса-кундом. И вы знаете, оказывается, они там пытаются разбирать сказки. Это на полном серьезе. Вот они проходили «Красную шапочку» и разбирали ее. Оказывается, что разбойники-дровосеки, это любовники-бабушки. Извращенка, значит, «Красная шапочка», которая идет к бабушке, и там серый волк. То есть я когда послушал, о чем они говорят, я пытался просто то же самое приблизительно переложить на эту песню. И вот эта милая, добрая песня привела меня в восторг. Я провел эти 3 минуты,
просто в шоке. Мы начнем все с изного. Бестолковая любовь. Я сейчас слышу рыдание Кати Гусевой, потому что она-то пела, собственно, про лес и древесину просто. То, что этим артистам надо поставить десятку, это не обсуждается, потому что надо поставить и 12, и 13. Но нет таких цифр, вы знаете. Но то, что они сотворили сегодня, ух, проказники, ух, Расторгуев. Сексуальный маньяк, оказывается. Игорь Матвиенко, прошу. Мне очень понравился новый образ группы Любэ. Мы нашли эту фишку и будем ее закреплять. А также обратите внимание на сольный танец Николая Расторгуева в середине песни. Какой танец? Сольный. А сольный выход, сонный послышался. С выходом вот в середину и заходом назад к микрофону. Это тот знаменитый танец, о котором так долго мы мечтали. В общем, номер исключительный. Ребята, это 10 баллов, прям вот крепких, надежных. Прошу, Владимир Матецкий. Я понял, что мои коллеги пребывают в каких-то своих мирах, в своих фантазиях, в своих немецких сказках каких-то. Интересно так послушать. Попробуйте коллег. У них украсть эти таблетки в процессе. Да, я сейчас кармашки-то обыщу, поскольку у нас раздевалка-то общая. На самом деле номер хороший. Да простит меня продюсер группы Любэ Игорь Матвиенко. Мне понравилось, что Коля не вышел в гимнастерке и в сапогах. Если бы он это сделал, было бы неправильно. Здесь вопрос об оценке даже не стоит. 10 баллов. Тамара, будьте любезны. Я, когда слышу пение Коли Расторгуева, это всегда на меня имеет огромное воздействие его голос, в котором для меня вся Россия мудрая, страстная, теплая и великая. Я просто восхищена. Спасибо вам, Катя. Спасибо. Оценка. Николай. Естественно. 10 баллов. 10. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Николай Расторгуев, Екатерина Гусева, 40 баллов. А сейчас я обращаюсь к нашим телезрителям. Если у экранов есть дети, увидите их. Если есть роженицы, ни пуха, ни пера. Вот, люди с ослабленными нервами, с сердечными клапанами. Будьте осторожней, говорит Дюжев. Дмитрий, давайте! Дмитрий, ну, прошу вас принять маленькую таблеточку успокоительного. Наш вечер только начинается. Я вот, вы знаете, когда слушаю Николая Расторгуева, всегда надеваю головной убор и обязательно с цветочком. Непонятно, почему вы воруете его у Расторгуева каждый раз. Вы знаете, просто сегодня у вас было какое-то превращение. Вот такое превращение, это когда... Вот я помню, когда мы участвовали в программе «Две звезды» с Тамарой Гварцетелли, то мы я помню, как нас... Участвовали с Дмитрием Дюжевым. Да, я помню. Тамарочка, помните, как нас передача за передачей все ближе и ближе наши были... Тамара, скажите «нет», не помню, чувства. Умоляю. Скажите Тамара, «нет», ну, не помню. Ну, правда. Дмитрий Петрович, были. Правда, за время участия мы просто, можно сказать, сблизились духом. Как две творческие единицы. Ой, Тамарочка, не могу этого забыть. Конечно, ты. Какое счастье, что мы сегодня с вами снова вместе. Опять вместе. Спасибо большое. Скажи, Катенька, а брала ли ты какие-то специальные курсы свиста? Покажи нам, пожалуйста, поближе эту такую гениальную свистульку. Это музыкальный инструмент. Мне одолжила Надежда Георгиевна Бабкина. Она меня и обучила играть на нем, собственно. Вот я сейчас продемонстрирую. Вот сейчас Бабкина ищет инструмент свой, а? И любимую бабкинскую свистульку подрезали, а? Господи, а? Смотрите, у Гусевой кокошник растет. А выражение глаз при этом. Коль, вот скажи, что для тебя вот это выражение, да? Бабкинская свистулька. Головка забубенная, вот это, вот эти народные, так сказать, мудрости, что для тебя? Ну, валить начал опять, а, смотри. Коля растерялся, на Матвиенко смотрит, да? Что я продюсер подскажет. Я на тебя смотрю, слушаю, когда ты закончишь, наконец. Заткнулся. Что там скрипит у вас справа, Коля, а? Говорите. Скрипит потертое седло. Зачем я это сказал? Да? Коля, забыл вопрос. Повтори. Дмитрий, держите себя в руках. А Коленька, эта песня, она сближает вас? Да другой вопрос был. Про головку забубенную. Да, про это. Ну, это песня, текст в этой песне. Здесь очень Русью пахнет. Здесь есть такие выражения.
что очень, как-то очень, на мой взгляд, как-то трогательно, потом и иронично все-таки в наше время вот такие вот такие слова петь и с такой вот такой игривой интонацией. Вот я думаю, что ну, это какое-то возвращение куда-то туда. Да, и возвращение, и по-настоящему это было, и в то же время с чувством юмора. Это был прекрасный номер, который действительно заслуживает. Дмитрий, сколько баллов нашей прекрасной 40 памяти? Баллов, 40 Дмитрий, баллов! Да. Потрясающе! Поздравляю вас!